Друзья, всех приветствую на своем канале. Меня зовут Дмитрий, это канал Добро Едет. И у нас 4-я часть. Едем мы в этой колымаге внизу с зайцем. Могучий народ, песенку поем. Твою мать. Ты чё вывалился, эй? Парни, меня подожди. Я тут немного упал. Окей, бросили меня на произвол судьбы в холодной, блин, в холодном этом самом. Чё с патронами? Чё с патронами? Нету патрон. Один. О, у меня есть ствол. Отлично. Давай пройдем туда. Там был блокпост, по-моему. И, возможно, будут патроны, потому что беда. Опа. Пацаны. Пацаны, я сейчас как ниндзя буду тут. Тихо. По стелсу сейчас. По стелсу. Зато у него патроны, да, есть. Аккуратно. Вас двое. Все, пацаны. Ты что, живой еще, эй? Больно? Я знаю, что больно. Неприятно, когда тебе прут пистолетом, автоматом прямо впритык. Я знаю, что больно. Тихо. Я вижу там пацаны. По стелсу не получилось пройти, конечно. Ну да ладно. Есть там кто? У меня зато есть пистолет, автомат с глушаком. Пацаны, я вас вижу. Аккуратно. Вот. Пацаны, я свой. О-о-о-о! Бегом. Бегом, отходим, отходим, ныкаемся. Ёшкин кот. Надо было их резать. Зачем ты одел противогаз? Убери его, сейчас нормально все. Сними противогаз. Тихо, 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 тихо. Парни, я свой, не надо меня стрелять. Я просто гулял, я вывалился. Я прошу помощи, блин. Не бесите меня. Воу-воу-воу-воу, ни хрена себе. Заварушка была, я понял. Окей, мы опять вывалились, да? Что с патронами? Да, как всегда, патронов нет. Придется резать, короче. Пошли обратно резать. Свет выключить. Аккуратно. Тут нет ничего. Нет ничего. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Сейчас я ему немножечко подрихтую. Как вы меня не видите, я к вам впритык подхожу. Мэя, убить. А? Тихо, не стреляй, не стреляй, не стреляй. Не стреляй! Меня задело! Товарищи! Да нет! Какой товарищи? Потери. Да умри ты! Что за люди? Я его режу, он кричит. Ты чё, блин? Да, 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 патроны, патроны, вообще все, все, все чики-пуки. Отлично. И заряжаемся. Так. Это что, пистолет с глушаком? Не, пистолет с глушаком мне не нужен. Так, что мы имеем? Мы имеем двухстволку. Все, парни, вы все, да? Теперь можно идти по стелсу рубить. Аккуратно, нет больше никаких патронов, потому что все-таки интересно посмотреть. Может быть, попробую по стелсу пройти? Тишина! Тишина! Воу, вы что там рубите, эй, ребят? Вот она, моя получка. Боюсь, только на долго. Ага, вижу тебя. И помрем мы. И тебя я вижу. Довольно болтовни. Подъем! Строится! Тихо. Тихо, тихо, ребят. Я знаю, что здесь будет вообще жопа просто. Выключить. Опа. Опа. Опа-на. Они меня не видят. Хорошо. Это хорошо. А если я... Ага, они убежали. Давай-ка с той стороны обойду-ка. Попробую обойти. Так. Тихо. 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 Солдаты и
Что? Не-не-не, тихо, ничего. Только не гори. Только не гори. Аккуратненько. Я понял, они вниз пошли. Вниз мне не надо. Так, этого ликвидировали. Там никого? Никого. Они все внизу, короче. Опа-на, это что? О! Нет, я не буду рисковать. Тихо. Есть шанс всегда. Что за? Ничего, ничего, все тихо. Никого. Так. Ага, вот здесь я могу пройти, да? Аккуратно. Тут где-то. Где-то нет никого. Тихо. Да блин, спалился! Оу, вот это прям сейчас было, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Тихо, Дима, соберись! Все, патронов нет, буду выкуривать. Буду выкуривать, уходим, патронов нету, беда! Беда, беда, парни. Да что ты, и патронов нет. Что будем делать? Я буду здесь вас ждать. Хорошо, парни. О! Так. Подождем. Буду ждать здесь, отстреливать. Давай, иди сюда. Нет, спасибо. Нет, спасибо. Блин, и патронов нет. Беги. Привет. Привет. Окей, потом соберу патрончики. Пока, слава богу, у меня хотя бы есть патроны на дробовике. Это хорошо. Я не труп. Я не трус. Хочешь, покажу фокус? Привет. Ты кого сукой назвал? Ты? Получай! Нет. Как гранат кин? У вас потери, у меня тоже потери. У меня патронов нету, парни. Нельзя в меня стрелять, когда у меня нет патронов. Дайте хоть чуть-чуть. Давайте как-то по-мужски разберемся с этим делом. А то что, я один, тут у меня патроны кончаются, а вы там целая армия на меня нападаете. Все? Наигрались в войнушку? Окей. Это хорошо. Как хорошо, когда здесь все лежат. Не надо бегать, собирать лут везде. Все есть. Все под рукой. Все. И все патроны есть. Все есть. Отлично. Ой, как хорошо. Ой, это шикарно. Собираю сейчас все. Все. Вот так надо было начинать. Вот так это надо было делать. А я тут на рожон полез. Ёлки-палки. Еще собираю. Есть тут что? Окей. Вот теперь мы можем спокойно идти выносить. Там уже нету никого. Так. Вот здесь я помню. Дай ему пройти. Так. Тихо. Не упасть. Главное не упасть. Так. Тихо. Я тебя вижу. Давайте чуть-чуть маникюрчик, значит. Воу, ты как меня спалил-то? Тихо. Умри, хватит стрелять. Ты понимаешь, что ты меня сейчас спалишь здесь? Ты можешь не стрелять? Что ты... Я ж повторять. Ты что, зачем я буду два раза повторять? Ты что, не понимаешь, что ли, что... Я палюсь. Вы меня палите. Вот это там стрельба. Так.
Я ж парни свой, а вы меня как-то это. Ага, туда идти. Хорошо. Заберу патроны. Как мне кидаться? Непонятно. Ладно. Давай здесь пройду. Ты что, спишь? Так, ты тоже спишь, что ли? Окей, ладно, спи. Спокойной ночи, парни. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Воу. Что здесь? Пойдем не спуститься. Нет, я передумал, что-то мне не хочется сегодня с утра как-то туда идти, что-то прям вообще, ну и как-то, как-то не сегодня, сегодня нет, в следующий раз схожу, ладно? В следующий раз можно сходить. Так, надо вон там пробраться, да, я вижу там пулеметы, что с ними делать? Ого, меня спалили. Меня спалят. А если я стрельну, то у меня вообще спалят точно, да? Гранат. Как кидать гранат? На какую кнопку гранат кидать? Так. Пока меня не палят, надо бегом бежать. Тихо, тихо. Ага, вижу. Так, сзади там все нормально, да? Там этот прожектор меня напрягает. Выключись. Так. Покажи, где ты стреляешь. Все? Уснули? Или не уснули? Оба бегут. Как я сейчас отлично это был. Тихо, не стреляй так. Да не светите мне фонариком в лицо, я же не вижу, ребят, вас. Так, и там пулеметчик еще вон, я вижу. Так, вроде нормально. Так. Минус. Патрончики. Надо собрать патроны обязательно. Прожектор надо выключить. Угу. Че ты там стоишь-то? Умри, я сказал. Ты что, живучий-то такой? Ладно, придется тебя... Сейчас я тебя познакомлю со своим ножом. Опять патронов нету. Так. Тихо. Парни, подождите. Сейчас я соберу патронтаж весь. Так, выключить, чтобы не палиться. Ага. Вон они бегут. Блин, я ему в череп стреляю, он вообще живучий. Вы чё такие живучие? Блин, я все патроны потрачу, эй! Все, готово. Так, патрончики. Калаш самая проверенная вообще тема. С ней прям только вот ходить. Как мне кид... Подожди, настройки. Настройки, управление, клавиатура, оружие. Огонь, оружие 3, доп. Оружие, атака ножом, использовать инвентарь. Как мне в тебя что-то кинуть? Передвижение, спринт, влево, вправо, присесть. Не знаю, ладно. Все? Все, готовы все. Спокойной ночи. Спокойной ночи, парни. Что здесь? Ага. Че, нет патронов ни у кого? Воу, дрезина едет. Тихо. Поможет вам со своими гениями.
Куда ты вылез? Видал, какой ход конем сделал? Все. И нет проблем. И ваша дрезина вообще просто ни о чем, если честно. Так. Все? Все. Патронов нету на моей пушке, любимой. Ладно. Пойдем дальше. Аккуратненько, аккуратненько проходим. Свет, не палимся. Полюбас, но не надо палиться. Не надо вообще палиться ни разу. Прям в каску. Да что ты? Тихо. Не надо, успокойся, не надо так делать. Кому крышка? Я сейчас дробаш возьму. О, не-не-не-не-не, подожди, хватит, да угомонись ты, ну ты чё, ну хватит тебе. Я ж по-хорошему хотел. Видал, какой крюк? Ты подожди, не так сразу. Мы с тобой даже не познакомились еще. Привет. Надо слышно патроны взять. Быстрее, 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 быстрее. В обраточку, в обраточку, в обраточку. Сейчас уничтожат меня. Черт, я пустой. Че такие живучие-то, а? Блин. Оу! Ты чё, парень, блин? Слушайте, вот эти у Рейха тут прям у них вообще, что ли, пипец творится какой-то. Давай, выходи. Они снизу идут. Встречу с дробашом. Давай вот это возьми. Вот это я понимаю, вот. Поднимайся, чё ты не поднимаешься? Все? Какие потери? Не, не, он просто лег поспать. Устал человек. Просто человек устал. Прямо. Выключи зажигалку, в конце концов, ты не куришь. Патрончики. Ему зон рубит еще, да? Тихо, ты меня так не пугай. Чем я так испугал-то? Так, тихо, тихо, тихо. Выходим. Фонарик выключим. А-а-а. Вот так это делается. Давай, накачивай. Во, да будет свет. Фонарик выключит. Пошли дальше аккуратненько. Вот это прям заварушка была сейчас такая прям нереальная. Я как мастер, просто мастерски всех здесь уничтожил. Проверяю патроны. Есть что? Нет, ничего, да? Окей. Кто там? Нет никого. Так, тихо. Ну, логично, что мне туда надо идти, да? Что у меня по патронам? Калаш охрененный вообще, мне калаш очень понравился. Нет ничего. Патроны нету? Патронов нет нигде, это печально. А может тут? Аптечка и почитать. А, заметка 1. У красной линии нет врага злее и непримиримее, чем четвертый рейх. Говорят, война между коммунистами и нацистами продолжается уже 100 лет, а разные народы, словно одержимые бесами, принимают то одну сторону, то другую, а иной раз, как в метро, разделяются пополам и бьются до полного взаимного уничтожения. Рейх должен быть противоположностью красной линии. Так почему же он так
на нее не похож. Нищета и жизнь в проголодь, трудовые отряды, бесконечные митинги, трескучая болтовня политиков и пустые глаза у простых людей. Тут тоже разговаривают лозунгами, и тоже нельзя сомневаться в том, что тебе говорят. Правда, верят тут в другое, мол, достаточно будет истребить всех мутантов, чтобы жизнь наладилась. А расовая чистота отступила на второй план, теперь нацисты отстаивают чистоту генетическую. А раз норму здесь определяют политики, в мутантах можно записать любого. Кого казнить, а кого миловать, решают штурмовики с автоматами. А со шпионами тут обходятся так же, как на красной линии, так что попадаться мне тут никак нельзя. Ёлки-палки, Артёмка, ну ты попал, пацан. Ты тут и такой, и сякой, и самый плохой человек на свете, хотя пытаешься сделать мир к лучшему. Открываем воротину, чё, тихо, аккуратненько. У меня калаш с этим самым. Тихо, 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 тихо. Аккуратно проходим. Еще одна дверь. Оу, пацан, ты кто четырехглазый? Привет, я зашел поздороваться, ну елки-палки, ты че? А ты мне прикладом в голову садил. Когда я пришел в себя, надежды у меня не осталось. Пленные в фашистских концлагерях использовались как рабы или мишени. Пипец, битва на дрезинах. Окей, гонки, Need for Speed на дрезинах. Море да кроме. Чего думать-то? Пристрелим красного шпиона и делов. Ты мне встать-то, да, я тебя сейчас пристрелю. Разве нам не надо вызвать гестапо? Пройдет вечность, пока они сюда доберутся. Я сейчас всю роту кто положил вашу. За этой свиньей? Ты умрешь первый. Ну ты, пацан, залетел. Точно. Все, это залет. Точно. Ладно, краснопузый. Молись своему Марксу и Энгельсу. Угу. Я ж тебе сказал, ты умрешь первый. Если будешь молиться смешно, а ты второй. Мы тебя прикончим быстро. Аминь. Ну, немножко перепутал, да. Он умер первый. Это второй. Ну, плюс-минус, ошибочка небольшая вышла. Что захотели, то и получили, пацаны. Нельзя, взяли мне нос, сломали, кровище текла, еще с ноги дали. Здорово. Вот за что я люблю садистов. Они мучают жертву так долго, что успеваешь ее спасти. Эхе-хе, смешно. У меня нос сломан, а ты смеешься надо мной. Спасибо хоть за вот, парень. Ну что, парнишка, ты у меня теперь в долгу. Что-то ты не выглядишь как красный. Да это же жетон Хантера. Понял. Давай-ка я отведу тебя к мельнику. Я вип-персона. Ему все сам расскажешь. Пойдем. Пошли. Так что кто тут еще должен тут? Так, а? Двинули к броневику. Убери фонарик, сейчас тоже у тебя будут светить. Че? Нравится? Нравится Паша, фонарик? План такой. Подбросишь этого парня к нашей дрезине. Оттуда совсем рядом. Надо только пройти через дыру и через черную. А что же с нашим заданием? Поверь, мельнику новости о Хантере куда важнее. Медаль получишь, а с заданием я сам разберусь. Все, встретимся на черной. Это отчетчи. Отчетчи ночного видения. Т. ПНВ. Окей. Дай-ка нажму. Нихрена себе! Пацаны, смотрите, у меня обнова какая. Пока выключу. Такс. Парни, меня подождите. Я понимаю, что вы меня спасли, но мне одному как-то здесь сыкотно находиться. Что же вы все перевертыши-то? Так. Тихо. А, это свои. Че у меня тут патроны? Ну че? Поехали. Ты садись в башенку на пулемет. Надеюсь, ты умеешь с ним управляться. Естественно, я сейчас роту положил. Ну, братцы, с калаша. Удачи вам. Давай. А за руль посядешь? А побибикать дашь мне? Нет? Ну поехали, ладно. Для разворота башни используйте ФВ.
А, это вот так. Ни хрена себе. Мы постараемся проехать мимо блокпостов незаметно. Веди себя естественно. И может быть они не поймут, что произошла замена экипажа. Я тебя понял. Я сама незаметность. Так. Поворот не включил. При смене движения. Я фонарик пока отключу на это. Нажмите У, чтобы посигналить. Ну-ка. О, музончик. Текс. Давай включу ему фонарь все-таки в лобешник. Чтобы он мне... Так. Еще один четырехглазый. Фашисты, а? Сейчас тебе вырублю твой фонарик. Что вы делаете? У нас в расписании нет этого рейса. Все нормально, парни. Ну, нас послали на передовой блокпост, гер-офицер. Доставить боеприпасы. Они уже получили припасы. Кто вы такие? Огонь? Приказываю поднять забрало шлема. Стоять! Тревога! По машинам! Оу, хорош! Вы чё, гоните, что ли? Сзади! Сзади? Сейчас, я подожди, разверну пока эту хрень. О, нихрена, ты чё, бронированный-то такой? Водилу убить надо. Отлично. Готовы. Очуметь. Нихрена себе. Поворот события. Про нас напишут легенды. Тихо. Водилу уничтожить надо. Готов. Короче, надо смотреть назад по-любому. Трак с левого борта. С левого борта. А где лево? Подожди, здесь непонятно, где лево. Как я тяжело поворачиваю-то, слушай. Да ты чё, не умираешь, эй? Вон они. Косим, косим, косим. Чё ты там делаешь, я не пойму. Вон они, вон они, вон они. Да всё нормально, подожди. Ни хрена себе! Давай, 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 хлеба мне как мутозит. Тихо. Не давать им надо, короче, выходить отсюда. Вон пулеметчики. Так. Я не знаю, сколько мне надо патронов не выпустить. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Я сейчас умру. Эй! Разбивай давай. Давай, 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 давай. Убегай, убегай, убегай. Сзади, какой нахрен сзади? Вон они. Вот это вообще экшен просто. Ну все пучком. Прям за мной едет. Там водила нету, она едет. Тихо. Господи! Да это же танк! По танку стреляй! Ни хрена себе! Заводи шарманку, едем! Ну что там случилось? Все, что ли? Ну. Тихо. Слышу, идут. Вот он, огонь! Подожди, 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 вижу вас, вижу, вижу. Как неудобно управлять-то здесь, ёлку-палку.
Так, пипец. Да поехали! Меня сейчас вынесут здесь. Едь давай, едь. Все печально, очень печально. Все очень печально. Просто нереально так печально. Оу, ни хрена себе. Вон он сейчас поедет. Тихо. Давай, выезжай. Я вижу, что сзади. Я ж стреляю по тебе. Готов. Блин, как ее долго убивать-то, а? Еле проскочили. Да не то слово, друг. Воу, что это за станция такая? Все, приехали, что ли? Так. Все вроде бы нормально. Как фонарик барахлит, а так все-таки ничего не хочу. Так, слышу. Все, примчали, конец пути. Ну ты даешь, слушай. Быстрее, Артём, быстрее! А как же побибикать? Ах ты, негодяй. Так, что здесь? Аккуратно. Бочки вижу. И вижу дверь какую-то. Давай откроем. Так. Фонарик. Подожди, давай. А, фонарик у меня полный. Ой, отлично. Ой, отлично. Так. Сейф. Патрончики. Так, ну здесь я... Так, что у меня с оружием? С оружием у меня все шикарно. Мне ничего не надо. Так, есть контакт. Давай заберу. Все заберу, что только можно. Так. И отлично. Ну все шикарно, да? Да. Пойдем. Открывай. Ты без меня ушел, что ли? Так, записка. И это план. Наши кости уже обглодали бы туннельные крысы, если бы нам просто не повезло. В плане Ульмана было всего две составляющих. Безумие и внезапность. Фашисты не ждали, что мы захватим их собственную дрезину, не ждали удара с тыла, спину. Ничего. Времена благородных поединков прошли давным-давно. Если нужно ударить спину, чтобы выжить, мы в метро бьем спину. Главное, чтобы твоя собственная спина всегда была надежно прикрыта. Ну вот мы так и поступили. Вот, ну вот как-то так. А по-другому никак, мне пришлось тоже одному выживать, положить целую роту с калаша-то, с одного. Я же всегда говорю, что я дурак с калашом. Особенно, когда страшно. Так, фонарик я выключу, чтобы не палиться. Ну, чё, друг? Чё расскажешь нового? Чё, как оно?